На территории всех субъектов Российской Федерации проходит общероссийская акция «День зеленых действий». Ее цель – способствовать формированию экологической культуры населения, объединять инициативы граждан, организаций и органов государственной власти в деле охраны окружающей среды, а также проведения реальных практических мероприятий для создания благоприятных условий жизни для нынешних и будущих поколений. Этот призыв не остался безответным и в нашем районе. В рамках акции были организованы массовые трудовые десанты по уборке мусора на территории всего района. Особенностью этого субботника явилось сосредоточение всей рабочей силы на нескольких сложных участках. Такая организация работы и распределение рабочей силы поможет увеличить качество проводимой работы по очищению территории. В субботнике приняли активное участие работники районной администрации, администрации сельских поселений, трудовые коллективы. Всего за несколько часов участникам удалось собрать немалое количество мусора, опавшей листвы и сухих веток. В парковых зонах и зонах отдыха на улицах была скошена сорная растительность. Также был наведен порядок на территориях лесных массивов. Администрация Кашхабского района выражает огромную благодарность всем участникам мероприятия, внесшим свой ощутимый вклад в благоустройство района.